Друзья, привет! Недавно увидел на канале Углиасана такое видео, где он рассказывает и показывает о том, как из человеческого тела можно сделать пауэрбанк. И вот я решил повторить его эксперимент. И более детально все рассказать и показать. Приступаем. Берем тестер, включаем его на проверку постоянным током. Для начала. Так, есть у меня графит троллейбусный и кусочек сплава алюминия с магнием. Чисто магния нет, уж извините. Итак, для начала проверяем. Смотрим на тестер, берем зажимы в руки. Ух ты, у нас получается аж 0,20. Вот это да, я удивлен. Что же будет, если мы усилим эффект? Так, эта пластинка у нас минус, графит у нас плюс. Вот получаем 0,8 вольта. Не густо, но хоть что-то. Это у нас постоянный ток. Также Креосан показывает только постоянный ток. Давайте посмотрим на переменный. Переключаемся. Как видим, мы даем 1,1 вольта переменного тока. Чудеса. Напряжение это напряжение. А что же у нас будет по амперажу? Переключаемся и смотрим. Да, ток слабенький. То есть, как видим, всего лишь 0,02 ампера. Не густо, но он есть. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. И давай теперь заменим дюральку на вот такую нержавейку. И снова по новой. Проверяем. Так, с нержавейкой у нас напруга меньше. Но все равно, что-то оно есть. А переменки нет совсем. Представляете? Вот такие дела. Опять же берем руку алюминий, дюральку. И как видим, 0,8 вольта. Такие вот чудеса. Но все же у меня есть подозрение о том, что это напряжение, результат наводки всех сетей, которые есть в квартире. Я подумал, а если мы пойдем в лес и проведем опыт там? И давайте посмотрим, что из этого выйдет. Идем на прогулочку. И вот мы в лесу. Хороший такой дубовый лес. Здесь нет никакой проводки до ближайших линий электропередач. Ну, по крайней мере, 200-300 метров. Никаких нет наводок электромагнитных полей. Так что находим пенечек, устраиваем на него наш тестер и начинаем проверку. Все то же самое. И вот, как видите, если у нас в квартире получается 0,2 вольта на холостом ходу, так сказать, без ничего, то тут получается еле-еле 0,8. Совпадение? Не думаю. Ну и далее берем пластинку дюральки и графитик. И смотрим, получается у нас 0,9 вольта. Даже чуть больше, чем в квартире. Поменяем полярность. Вот, тестер уже показывает. Дорогой, ты что-то напутал. Сделай все как было. Далее проверяем ампераж. Здесь цифры, в принципе, такие же, как и дома. Чуть больше, чуть меньше. Ну, в целом 0,03 ампера мы имеем. А это довольно-таки неплохо. И переключаемся на переменный ток. И тестер показывает те же 1,1 вольта. И вот откуда им тут взяться, а? Мне это интересно. Когда вокруг нет ни проводки, ничего электрического. Кроме моего тестера, ну еще и мобильника. За него забыл. Но я не думаю, что он так сильно повлияет. В общем, такие интересные результаты. Если вы, друзья, не прогуливали физику в школе и не курили букварь, знаете, что почем, напишите, пожалуйста, свои комментарии внизу под видео. С интересом их почитаю и отвечу. Всем чао!